У меня сообщение пришло, что с YouTube трансляция там начинается. Да, все правильно, так и есть. Так, всем привет, ребята, мы онлайн с Мазилой. Привет всем, ребята. Ага, сейчас кто будет добавляться? Всем привет. Так, ну что, куда пойдем с тобой? Я в этом, на подавлении. Ага. И как это? Обзор. Так, ты в випах, да? Да. Как всегда. Угу, захожу в випы. Ага, все, обзор. Угу, хорошо. Ты тоже на обзоре? Да. Всем привет, hello, guys. Кинем гранату. Вот так вот. Ты что, карта уже загрузилась? Да. Я там кого-то успел заметить, я. Да, ну кто в составе, тебя не вижу. Нет у тебя экстерна. Да. Так, Слав, перезаходи тогда. Ну... надо 200 на вопросы и так далее. Меня убивает этот дафор. Невозможно с ними играть. Так, тут кто-то рядышком родился. Слушай, я это жестко сыграл 11-0. Круто. А я 0-6 играю. Привет, бро, все нормально. Все отлично, как видишь. Победил, 11-0 сыграл. Так, Слава, ты где? Тебя не вижу я у себя в бою. Че, я выйду подальше. Давай, попробуй перезайти. Или, ну, или вместе, может, на раз, два, три зайдем. Как думаешь? Вот я вышел. Сейчас у меня игра начинается. Попробуй перезайти. Ага. Если сейчас перезайдешь и не окажешься у меня на карте, тогда я выйду, перезайду. Ты на обзоре? У меня, значит. Не знаю, я только что был на обзоре. Нет, я опять там же. Да? У других? Да. Ну, у меня здесь, простите, ребят, но нубы, короче, слабые противники. Ну, давай перезаходи, Виталий. Какие-то иероглифы, первый раз вижу. Не обращал раньше внимания. Давай, перезайду. Он закончил с тобой. Так, надо кофе допить и перейду на лимонадик. Так, что-то тут я уже набил. Надо забрать. Как у тебя бой начинается? Да, загружается карта. Ага, все, тогда. Слушай, я на обзор опять попал, но не знаю, опять, может, к этим ребятам же попаду. Будем мы сегодня вместе играть или нет? Не вижу. Ну, какие... Я, видать, к нубам попал, по звуку слышу. Так, ребят, сейчас я... Да, тебя вижу, ага. Где противник? Внизу, наверху. Твоя греночка прилетела. Ясно. Ты где? Ты наверху, да? Да, за вас. Я охраняемый. Так, что тут ребята пишут? Мне надо поближе планшет сделать тогда. То я так не вижу нифига. Я его убрал тут на дальний стол. Вот так вот, что ли. Так, и... О, Виталий первый. Вот так вот. Что выбираем? Давай улица. Ну все, музей. Я музей нажал. Ты же любитель. Музей. Ну вообще да, все правильно. Так, Волколак. Ну мы со Славой играем на раз, два, три и бывает попадаем вместе. Но если одновременно. Вот мы как бы через Дискорд общаемся. Там просто вопросы мне парнишка написал. В чате, да. И мы на раз, два, три и хоп, нажимаем вместе. Я нахожусь в Рязани, Слава в Уфе. Вот, ну, благодаря интернету и его скорости мы быстренько оказываемся в одном бою, но то, что мы окажемся в одной команде, это, конечно, не факт. Навесиком, навесиком. Еще одну. Да, зеленка твоя. Да, видимо, она меня притормозила. Ну да. Так, тут кто-то бегает у нас. Так, надо мне поменять. Выкладку. По-моему, вот это у меня первая самая. Против токсика. Увернулся. Зевс. Зевс. Слава. Эй. Туда прибежал. О, я... Как ты меня достал? Я спрятался. Потом посмотришь. Я через верх взял тебя. Так, сейчас мне лучше не это. Не рисковать, не рисковывать. Ух ты. Нарвался я, короче говоря. Да. Зевс молодец. Выбежал. Хорошо стреляет. Да, он между колонной и стеной стреляет. Но я вот тоже туда стрелял и не попал в него. Щелочку нашел, да, но странно, что он имеет шестое чувство. Зачем оно ему? Туда выстрел попадает. Ну да, только я вышел, он сразу меня попал, но это читы. Зачем так играть? Ну, да. Сейчас отсюда пойдет с читами. А, Зевс. А тут ладно, тут я только что стрелял. Ну да. А теперь я постараюсь бежать, шум не издавать. Посмотрим, увидит он меня или нет. Ну, я охраняемый. Что он меня, конечно же, увидит. Да. Угу. Зевс поймал. Зевс. Зевс, да. Зевс. У них это дело звучит. Произносится. Я сейчас увидел тебя на карте, но не сразу сориентировался, по какому ты идешь этому. Да, меня, ага, меня попал. Давай, лови, Зевс, гранат. We lost the match. Ну мы смотри, как мы в одном отряде, но игра может кинуть куда угодно. Мы можем и друг против друга играть. Вот ты видишь, сейчас я играл против Мазила. И такое очень часто. То есть то, что мы в одном отряде, это не факт, что мы будем в одной катке. И не факт, что мы будем друг за друга воевать. Чаще наоборот. Да, вот, точнее, обычно наоборот, да. Ну смотрите, ребят, кто как думает, что вы думаете насчет этого Зевса? Пишите в комментариях. Чистый он игрок или не чистый? Я раньше играл, были Зевсы, но... Я уж буду их называть по-русски, как есть. То есть мы их называем не Зеус, а Зевс. Произносим. О, мы вместе. Да. Зеленочку им. Ну, все понятно, в общем. Это у меня застрелил сразу. Случайно как-то уже застрелил. Пошла граната. Давай сделаем. Я буду морозить. Он где-то здесь бегает. Нам подыгрывает чувак. Да? Ага. Бежим. Ага, хорошо. Он сейчас там засядет, будет сидеть. Это место. Это место читерское, уголочек вот этот. Откуда он сейчас стреляет? Есть. Ну, Зевс, наверное, читы выключил. Что-то он там был сейчас очень сильно... Это... Сильно лагал или что, он там на месте стоял. А может, его... Да, а, может, его подморозил, он пока кряхтел. Я сверху там с мостика спрыгнул, взял его за бедра. А, да. А я спрятался там с контейнером. Он, видимо, на тебя был зол и все внимание концентрировал на тебя, и поэтому на меня он не отреагировал. Да. Ему очень хотелось с тобой расквитаться за те сопли, которые он получил в своем носу от твоей холодной гранаты. Подморозился, короче, у него сопля в носу застряла, замерзла. Зевс, не обижайся, блин, но ты с твоим шестым чувством, блядь, очень похож на читера. Я понимаю, вот у меня шестое чувство стоит на одной выкладке, это на этом... Как он? Десантник. Там с двухстволкой бежишь просто, но там по-другому... Можно по-другому, но с ней очень удобно, с шестым чувством. С этим ядром. Да, он блядь. Ага, кто-то кинул. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Давай, выйди, Слав. свой караван. Да, да, Зевс, я вспомнил этого игрока. Именно это место его любимое. Я просто в этой катке уже играл с ним. И он всегда садится вот за эту штуковину, и из-за нее он выстреливает. Я его сниму сейчас все равно. Молодец, ты это, выстоял. Ты мне витаешь? Да. Откуда ты взялся? Я наверху родился. Наверху родился и тебе гранат накидал, нехороших. Бой жесткий, конечно. Я что-то тут сейчас по рогам немножко попал противнику, но... Вот он, да, живой стоит, выстоял. А прям видно было, что я по голове прошелся. О, я первый. Ага. 5-5. Ты наколотил Зевс. 11-3 наколотил, а видишь, на втором месте, потому что пассивная игра у него была, не активно себя вел. Ядро с радиацией, он в смысле вот с токсиком, волколак. Есть ядро, ну оно не редкое, это ядро. Если его у тебя нету, оно будет обязательно. Ты еще токсик зона, тактическая зона, токсик ареа по-английски. Зеленочка. Раньше в этой игре было зеленое пятно прям такое. Так. Не пятно, прям дымка такая красивая. Сейчас сделали полоску. Блин, плохо кинул. Я видел тебя, что ты там, но я уже не успел сориентироваться. Надо притаиться. Ага, лежит хитрый, подсматривает, куда я пойду. Слава, сорян. А у тебя страх пошел? Прятался, а все равно убили, да? Да. Через какое-то время смотришь, и тебе как будто бы это... Как будто тебя через стену. Ну, типа того. Ну да, это рассинхрон какой-то в игре. Где там противник? Я поставил задачу охраняемого снять. но сам нелепо погиб. Вот я победил, 5-4. А у вас этот синий так шустро что-то бегает, убежал от меня. Это какой? А что-то его сейчас не вижу. Синий какой-то был. Парагон. А, синий парагон, но я не обратил внимания. Я бы заметил, конечно, если, ну, если бы он был бы против меня. Нет, он за вас. Ну да. Тройка. Угу. Короче, сегодня воскресенье, сегодня с тобой постримим. То давно стримов у меня не было. Кто там у вас охраняемый? Кто-то меня видит. А, не видит меня. Тут просто мой охраняемый уже в эту зону перешел, поэтому... Если бы не я в тебя стрельнул, я бы моя граната убила. Да? Нет, там, по-моему, не ты. Там, по-моему, не ты был охраняемый. Нормально, вот это сыграл сейчас. Вот это да, жесткий бой, 49-52. Арсен, привет. Дадим жару сейчас, насколько сможем. тебя там зрители? Зрители, да. 15 человек, все мои. В игре или просто выглядели? Кто-то из них в игре, я так думаю, потому что мне приседали сейчас. В игре кто-то приседал мне сейчас, поэтому я думаю, что... Зевс снял меня технично, он прям... Получил? Поджопник. Гранатой моей. Зеленой. Думал, что этот Зевс охраняем. Только прятаться от этого Зевса, блин. Пусть Зевс там сидит себе. Его кто-то грохнул. Давайте, ребят. Деремся. Кто-нибудь рождайтесь рядышком. Есть, как вы выглядите? Ты ко мне, это ты ко мне подбежал, да? Не знаю. А, не, подожди, ну да, наверное. Вроде твоя маска. Ну я в этом. Я не в призах. Или я что-то не понял, или противник ко мне подбежал, хотел меня стрельнуть. Или, ну, если ты, то ты же не противник, ты со мной. Но у меня такая каска. Да. И вот такой же красный камуфляж, как вот у этого, который на первом месте стоит, да? Да. Да, значит, ты ко мне подбежал. Ну, у меня с наплечкой. А я наплечку не успел увидеть. Это все отговорки. Так, может быть, тоже что-то кого-то взять. БСВ, блин, вот, может быть, этим поиграть. На плечко меня выдало, и я уже шел, в принципе. Я шел уже рассекреченным, то есть сейчас на плечко вижу, сверкнула на плече. Нафиг она так... Ну, если бы у него, конечно, здоровья мало было бы, она бы мне помогла бы. Ну, в таком случае она меня только выдает. Уж противник забежал за укрытие, за ящика. Я за ящик не знаю, с какой стороны он сейчас выйдет. А я иду на его... на мини-карте свечусь. Он видит прекрасно, куда я иду, и он уже более сориентирован. Я вообще 1-3 сыграл, как будто я не присутствовал. А я 0. 0, да? А я 0. 0 там. Я зачем-то следопыта взял тут, короче говоря, я уже начал просто это... За что попало хвататься? Чё... О, вы вместе. Виталик, давай сейчас. Я командорова, станем оборону держать. Давай, ну я разведчиком сейчас подсветил. У них один разведчик. А, сейчас зеленый перекидаем. Давай. У них, короче, Зевс сейчас, да, там правит балом. А ты, ребята, плохо, а у меня не кидает. Давайте, ребята. Я, короче, тут буду шифроваться, подсвечивать. Так, у меня откат, все. Подсветил. Да, я там видел противника. Сюда, гусь, сюда. Гусары, реки. Короче, я не нарываюсь. Может быть, с моей стороны скучная игра будет, но давай... А! Тут уже сзади нас обошли. Блин, слава. Хотел гранату, но ну, вроде нормально. Ну, Зевс, ну, гаденыш, а. Получил. Так будет. Сучонок. Видали, пацаны, как он неудачно родился. Будете знать, как чужие пирожки воровать. Пошла граната. А, присесть надо, присесть. Там я вижу уже зеленочка, да? Вот так вот. Порвали, короче. Райван молодец. Короче, столько парагонов в игре уже, да? Своим парагоном уже никого не удивишь. Че, обзор? У меня еще нету выбора. Не. У меня только листает. Давай обзор. А, все равно не получится 6-3. Ну ладно, я командором еще распрягаю. А нифига, опять у нас это. Nice all high. Please, please. Но у меня нет урана. Я охраняю, я тут поставлю на базе. Ага. Давай, 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 поймай. Далеко была граната, поэтому он ее не поймал. Райван. Давай, лови гранату. Потом. Поймал. 5-3. Зевс за нас играет. Моя граната не взяла там какого-то. Сэнкс. Сэнкс, Рики. Рики подыграл мне. Рики, кто-то позвонил по телефону. Да, блин. Я у них всего оказался. Да? Давайте, парни, болейте за нас. Блин, я зачем-то гранату кинул. Идем, почему я его не вижу? На карте вроде стоит, походу, разведчик, а на... В самой карте его не вижу ни хера. 8-11. Да, есть тут хакеры, ребят. Майорыш, спасибо, thanks, бро. Let's go! Let's go. Follow me. Come on. Кетейку, бегке. Так. Кто там щелкает? Подозрительно. Еще один подозрительный тип. Ни одного ядра у него. Как я сейчас буду играть? Интересно, что-то игра не заходит. Поймал твою гранату, Слав. Ты был, да? Да. А вы там это... Должны были в кейсе, да? Да. Теперь ты поймал мою. Да, блин. Как можно с клеща, с бедра стрелять? Вообще мочилово такое. Я последнего забрал, значит, я победил. Я вообще отвратительно играл. Я просто рождаюсь и куда-нибудь иду, меня прям бамс. Я рождаюсь опять, куда-то иду, меня бамс. Я стройку выбрал. Ага, да. Я просто читаю тут. Ребята пишут. Блин, я был уверен, что я его сниму сейчас. Ага. Райван? Райван. Разведчик, ну... Тут кто-то еще один есть, он там родился. Получил Райван. Блин, нафига я гранату кинул. Кто? Кто-то рядышком прям, по-моему. Не понял. Такое ощущение было, что... Ну возле загашника стоит там, короче, это. Я там, по-моему, подзеленил немножечко. Он в этом вот загашнике. А, нет, уже обошел нас. стрелять. Ого. Сюда, он сюда идет. Отлично. Так, кто-то отсюда заходит. Нет? Что там за стрельба? Сняли гранаты. Ну, короче говоря, продержались мы неплохо. И победили. We won the match. Мощный бой. Hello, бро. Hello, Кэт. Да, бой мощный. И сильные противники. Такие, что прям даже противостоять. Так, сейчас кондиционер выключу. Так. Блин, я охраняемый, мне сейчас надо повнимательнее быть. Кто-то здесь, пацаны, видели? Вот здесь вот кто-то. Слава, я тебя видел. Я в тебя не попал. Ну да, ты... противостоял мне, но тут, ребята, просто толпа целая уже. Мы были подготовлены. Молодец. Да, вот этот синий, ты про него говорил. Синий парагон, да. Шустрый он. Двоих я забрал. Победили мы. We won the match. Ну, Волколак молодец, 19-5 хороший счет. По-другому не могло быть. Блин. Не я, так граната за меня все сделает. Не дали мне, Слав, тебя забрать. Там, короче, в тебя прям вообще это... Ты был охраняемый же, да? Да, наверху. Ну да, и там в тебя такой поток автоматной стрельбы и мой в том числе. Настолько стрельбы мимо, блин, вообще жуть. так присел. Слава, осторожно там. Короче, расхерачили нас. Да, мне что-то все уже... Не идет игра, да? Наигрался. Наигрался? Наверное, что-то меня убивает 1-8. Ну что, ладно тогда, ребят. Сколько нас там? 13 человек смотрят, нифига себе. Ну да. Че, постримлю тогда еще? Ты тогда выходишь, да? Да, я выхожу там. Ну ладно, давай, отдохни. Я тут еще тогда поиграю тогда еще. Видосик запилю. Ладно, еще бой улиц. Ну давай. Попробуем мародером поиграть. Мародером? Ага. Ну я на днях его как-то зарядил, да так и остался он у меня. Чё не включается, странно. Мародер не катит. Мародер просто тык-тык-тык-тык-тык против таких бойцов. Тоже что-то не то, нифига. Ох, я так и думал, что 49 ему проиграет. Блин. Я вообще 3-8 сыграл. Ну, что-то как-то это... Не шла игра. Ну, я еще раз. Че, еще сыграем? Да. Порвем всех сейчас с шитями, как его? Штурманами, да, этими? Ага. Я думал, мы выиграем. Не повезло. Давай штурмом поиграем. Райван. Но у него это... интернет хороший у чувака. Тыква. Молодец, ты гранаты тоже классно кидаешь. Да-да-да. Тыква. Где все? А, я в твоей зеленке. Ну, быстро мы сыграли, смотри, и это. Ну ладно, еще раз. Да, на этой карте быстро так все. Все мощные игроки. Ну да, Райван вообще, смотри, он как сыграл. Ну, он... Опять же, он играет штурмом, и у него... По-моему, у него шестое чувство стоит. Вот он меня в какой-то катке убил, и я обратил внимание, что убил меня гриндером. Этим вот. Точильщиком. И у него шестое чувство стояло. Нафига шестое чувство? Что, у него это? Часто ближний бой, что ли? Спрашивается. Так, я охраняемый. Я тоже. Да, тут как бы лучше... Прибежал этот район. Особо не высовывался. Где? Райван, не высовывайся. Так, ну вы звери, смотри, нормально идете. Я чуть никого не стреляю. Где рождаетесь? Жуна зарезала меня. Спасибо, thank you, Джунаид. Подыграл мне. А может и не подыграл мне, может повезло. Давай еще сыграем, да? Ага, да. Уже полчаса как прошло, как ты собирался уходить. Ну да. Ну поиграем еще, да, чтобы, ну, чтобы нормальный у меня стрим получился, а то мне вместо хоть есть с кем поболтать. Я могу, конечно, Джунайда пригласить в голос. Но он из Ирана, я не пойму, что он говорит. Я ему говорю, мы с ним общались так где-то, я ему говорю, я плохо говорю по-английски, он говорит, я тоже. Искорки от стрекозы. Стрекозой, когда стреляют гранатометом, искорки такие красивые. Заморозочка. Молодец. Технично ушел. Кто-то сзади сейчас идет, точно. Нет. Нет никого. Надо же. Вот сюда сейчас, здесь туда. На жопе. Бля, так и знал, сейчас сзади обязательно игра кого-нибудь подсунет. Тур. Джунаид. Well done. We won the match. Окончание такое. А? Окончание такое не очень. Ну да. Я тоже, видишь, всего 3-2 сыграл. Про Велдона. А, Велдон? Ну это молодец по-английски. Велдон. Ну как-то так, короче, оно. Я не знаю, правильно я произношу или нет. Велдон, Велдон. Рифма навязывается, да? Ну да, и я про это. Напрашивается, навязывается, напрашивается рифма, короче. Видел про Антона. Ну да. Знаешь, да? Ну расскажи. Это два чувака встречаются. Один другого говорит, а тебя как зовут? Он говорит, а ты не поэт? Нет. Ну тогда Антон. А то рифма напрашивается. Класс вообще, мне нравится так. Даже ладно, попали в меня, там убили, но когда так жестко, прям вообще круто. Я пока вообще никакой. Знает, молодец. Все, блин. Мочат меня и мочат. Да? Тут, да. Короче, это звери уже зашли, видимо. Видят, что стрим. Скажут, ну-ка, пойдем-ка. Ну, вот. Проявим себя, да. В призах. Ладно, выхожу и там. Ладно, давай, выходи. Я еще бой сыграю и тоже выйду. Ну, давай, все пока. Ах ты, well done. Там кто-то тоже написал well done. Вот, жена отбежит. Hello, 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 bro, hello. Если не можешь присесть, вот так вот делай. Оп, потом продолжить. И все, и ты можешь приседать. Не приседается? Escape. А, все, нормально, приседаешь. О, окей. Все, погнали. Камон. Срачник вам гранатный. No. Да, ё-моё. Чё за фигня? Порывал дом. Через верхушечку. О, двоих срезал. Играли. We lost the match. Да, посмертно присел. Приседали до тех пор, что к нам уже противники пришли. Мы со Славой тоже на этой же карте, примерно на этой же базе, только в другом выходе тоже так же приседали когда-то. Приседали, они пришли, нас и убили. Слава, помнишь, да? Такой раз забудешь. Ну да, и сейчас на этой же карте я с Джунаидом приседали, только у другого выхода. Не там, где мы с тобой, а у другого. И, короче, там с мостика в желтом комбинезоне. Вот он, наверное. Вот этот, наверное, Рапид или как его? Рапид Z. Вот он, наверное, нас и грохнул. Джунаида убил. Ага, ты играешь? Нет, у тебя... Ты вышел из игры, что ли? Я играю. А мне ты написал офлайн. Я играю. И стрим у меня идет. Давай, еще до завтра тогда. Ага, давай, давай, Слав. Все тогда. Да, отрубай микрофон. Может, еще вечером пообщаемся. Давай, ага. Я еще побегаю здесь, поиграю. Когда успел ко мне прибежать? Ну, елки-палки, проиграли мы. Моргают мои буквы, блин, надо полностью черную бейсболку приобрести. Или хромакей сзади повесить. Так, ну сегодня хороший у нас стрим получится, в принципе, по времени тоже, да? Я что-то там уже по часу делал, уже и по 2 часа у меня был стрим. Не знаю, только субтитры получится, не получится. Сейчас видео делаю минут на 17, и YouTube не делает субтитры автоматически. А самому сидеть их прописывать полдня уходит. Если Привет, привет, привет. Привет. Ай. Все, камон, бро, камон. Давай, ты первый. Я же охраняемый. Вот так же, видите, приседались. Нас пришли, убили. Где он? Наверху? Мне только... Мне только понять, кто где, и... Разбиваем, приседаем. Жестко вообще, вы что, ребята? Ух ты, быстро как. Райван. Ну, так нельзя так быстро убивать. Ты как-то прям пух, и все. Давай, долго не будем приседать. Все, погнали, камон. Вот он идет, там вот так уверенно идет, потому что знает, что он сейчас убьет. Но мы же с вами знаем, что... Тут сейчас кто-то идет, ребят. Райван. Что скажете, ребят, как думаете? Райван читер? Мне, конечно, нравится его игра. Молодец, он как бы это шустренький малый. Под задницу. Немножко видео запаздывает, конечно, с отправка на YouTube. У меня матч уже закончился, а вот на планшете я еще смотрю. Все. Закончился тоже. Ну что, еще бой, наверное, да? Сколько нас? 13? Ну, нормально. Спасибо, ребят, что смотрите. Razer the Gamer. Hello, bro. Кто там у нас? Райван шухарит. Он охраняемый, вы видите, ребят? Он охраняемый и идет вот так вот смело. Так смело можно играть только с читами, ребят. Ну, логично же, если вы охраняемый. Если вы охраняемый, вы будете стараться, ну, как бы больше находиться позади, чем впереди. 24. Ну ладно, ребят, все, хорош на сегодня. Я go out. I am go out. Потому что, ну, немножечко подустал уже, я же не молодой мальчик. Всем спасибо. До новых встреч, пацаны.